Привет, друзья! Мы находимся на концертной площадке, где только что прошел саундчек группы «Радио Чача». Ну что, я хочу сказать, летний денечек, не облачко на небе. У нас идет, не покладая рук, работа над созданием концертного, DVD, которое было снято в ноябре прошлого года в клубе «Милк». Там был не рядовой концерт, это была презентация нашей пластинки. Много света, много звука. Никаких травм на концерте не было, но концерт удалось свести и смонтировать. По крайней мере, пока удается. Процесс наш продолжается, я имею в виду. Вот создание этого концертного фильма. Мы на планете Ру. Это такая краудфандинговая платформа. Не знаю, как вам объяснить, что такое краудфандинг. Краудфандинг, он и в Африке краудфандинг. Краудфандинг! Мы собираем средства для того, чтобы выпустить наш концертный DVD. Фильм-концерт о выступлении группы «Радио Чача». Краудфандинг, дорогой! Уже довольно большая часть средств собрана. Мы благодарим всех, кто участвовал в этом. Все, кто поддержали нас, ребята, вам спасибо большое. Без вас бы это не произошло. Это здорово. Также призываем других людей, которые еще, может быть, впервые слышат об этом, или узнали только что, сейчас. Или, может быть, второй раз слышат, да, ну или даже и третий, но все равно, то есть, они как бы, в курсе этой темы. Ну, в общем, короче, ребята, не тупите, не тормозите. Заходите на Planeta.ru, мы уже все там, вот. Ненаглядный краудфандинг, мой любимый и родной.